золотую поставку собираю. Сейчас я вам, собственно, буду все показывать и рассказывать. Да, вот с таким вот чокером, который на мне. Сейчас собираю не просто поставку, да, там, да какую. На красной нити подвесочка. Это неотъемлемая часть. И потом, когда мы уже серьезно вышли на маркет и начали продавать, этому 1.5 года. Но мы будем праздновать, собственно, этим летом 2 года бренда. Сейчас у нас здесь. Это тот, который вот на мне. Вот он. Это лава натуральная. Это снежный обсидиан натуральный. Если он не творческий, если он не про музло, то он про наш бренд, про маркетплейсы, как мы туда зашли, как развиваемся и так далее. Это свершилось, можете нас поздравлять. Что я сейчас сделаю? Упаковываем нашу продукцию исключительно вот такую вот она, исключительно в эту арт-упаковку. Развиваем наш бренд. Не просто браслеты, а это у нас поставка конкретно с чокерами. Фактически нам 2 года, 2 годика. Дальше у нас обязательно это предсказание в каждом. 100% подчеркнет стилек, 100%, я не знаю, украсит ваш образ. Натуральные камни, премиальная фурнитура, Hello with me. Ссылочка в описании будет под этим видосиком. Только ручная работа. Но встретимся фразами честными, задержками на двоих, губительная слабость на двоих, губительная радость, мурашки, босые ноги по холодному паркету. Ребята, всем привет. У нас, как всегда, выпуск про то, как мы развиваем наш бренд. Когда выпуск у нас про маркетплейсы, это автоматически значит выпуск про нашу продукцию, наш бренд украшений Hello with me. У нас есть с супругой, она как раз сейчас снимает украшения из натуральных камней Hello with me. Привет, это я, супруга придумала название. И, собственно, выпуск, если он не творческий, если он не про музло, то он про наш бренд, про маркетплейсы, как мы туда зашли, как развиваемся и так далее. Это свершилось, можете нас поздравлять. Что я сейчас делаю? Я сейчас собираю не просто поставку, да, там, да какую, золотую. Золотую поставку собираю. И это у нас не просто браслеты, а это у нас поставка конкретно с чокерами. Сейчас я вам, собственно, буду все показывать и рассказывать. Да, вот с таким вот чокером, который на мне. Надо же демонстрировать сразу вживую продукцию. У нас сегодня будет поставка, точнее, будут нюансы про то, как мы разработали чокеры. И расскажу про одного замечательного человечка, к которому мы завтра едем, и которому мы приготовили тоже классный подарок. Иди ко мне, шатканевым стреми. Болталки. Собственно, это я сейчас упаковываю, процесс упаковочки, да. Упаковываю чокер в нашу крафтовую бумагу. Я уже неоднократно про нее рассказывал. Нам ее разработала по индивидуальному эскизу. Нам ее нарисовала Светлана Шестова, наш друг-художник. И мы упаковываем нашу продукцию исключительно вот такую вот она, исключительно в эту арт-упаковку. Вот дальше у нас идет джутовый канатик. Все это вы знаете, все это вы видели, все уже вы... это наблюдали, но, как говорится, повторение мать учения. Значит, смотрите, какой момент, пока упаковываю, буду рассказывать про чокеры. У нас скоро день рождения бренда. То есть, смотрите, технически нам 1.5 года. Это что имеется в виду? Что 1.5 года назад продался наш первый браслет на Wildberries. Фактически нам 2 года, 2 годика. Сейчас не хватает вот этого маленького мальчика. Помните там? Значит, нам 2 года. Это от чего отчет? Первый раз мы поехали к поставщикам, закупили, что-то там сделали модели, они разлетелись, там что-то я не помню, что с ними было, первая тестовая модель. Второй раз мы поехали к поставщикам, сплели уже поинтереснее модели, раздарили всем друзьям, чтобы протестили, как оно, что оно. И потом, когда мы уже серьезно вышли на маркет и начали продавать, этому 1.5 года. Но мы будем праздновать, собственно, этим летом 2 года бренда. Паковал чокера, собственно, сейчас будет там еще сургуч печать и так далее. Сейчас покажу. Это у нас моделька женская. Смотрите, как она выглядит. Это у нас женская моделька. Это у нас серия «Бесконечность». Вот такая красивая. Она у нас состоит из черного агата, белого агата. Вот, это можно все 49-55, по-моему, сантиметров. То есть он 49, и можно еще нарастить 5 сантиметров. То есть вот такая вот красота у нас разработана для наших прекрасных женщин. Смотрите, какой момент. Фурнитура, как всегда, премиум. То есть, ну, понятно, что камера сегодня, как всегда, премиум.
ювелирный трос, медицинская, хирургическая сталь. Все, короче, все как надо. Дальше у нас обязательно это предсказание в каждом браслете, в каждой коробочке, а теперь еще чокер, у нас предсказание. Это наше замечательное тоже с такой мини-открыточкой с классовыми пожеланиями идет на красной нити подвесочка. Это неотъемлемая часть. Вот, это у нас женская, да? Мужская. Поехали. Завтра мы едем к замечательному человеку, замечательному человечку, бойцу. Это наш друг Эрнар. Он дерется в лиге хардкор. Недавно у него был бой на РЕН-ТВ. И мы решили сделать ему такой приятный подарок. Это мы приготовили для него вот эту совершенно новую модельку чокера. Чокер. Сейчас у нас здесь. Это тот, который вот на мне. Вот он. Это лава натуральная. Это снежный обсидиан натуральный. Это разделитель в виде дракона. Это разделители в виде разделители, инкрустированные фианитами. Это вот такой вот премиальная фурнитура, которую можно, собственно, нарастить себе, да? Как бы там от 49 до 55 нужно точно, ну, там плюс-минус сантиметр есть. Вот такую красоту мы завтра, собственно, повезем нашему другу, подарим, и я надеюсь, он... Ему понравится наш подарок. Завтра я вас познакомлю с ним поближе. Ребятки, мы, короче, пригнали в гостиницу к нашему бойцу. Это наш друг Эрнар. Он готовит. Ладно, какой уж боец? У него по готовке видосы больше набирано. Ладно, это боец. Он недавно дрался на хардкоре. Сейчас дерется, можно говорить, где, да? На РЕН-ТВ. Вот, а когда сейчас? Сегодня будет, через 4 часа. Через 4 часа. Пожелаем ему, короче, успеха и удачи. Ну и плюс мы подогнали от Hello It's Me вот такие вот пушечные штуки. Вот, поэтому, ребятки, я поставлю, подходите, подписывайтесь. Еще там боец на кухне. Че он там только не делает? Че только не делает просто? Все, ребятки. Сегодня выпуск у нас небольшой. С Эрнаром я вставлю видосики в этот выпуск обязательно. А вам что хочу сказать? У нас сейчас идет крутейшая акция. Так как мы только-только везем женские модельки, везем мужские модельки браслетов, да, мужские, на Wildberries, в описании под этим видео будет ссылочка на Wildberries, на эти чокеры со скидкой, с такой прям хорошей скидкой. И вы можете приобрести, ну и заценить, собственно, примерить какой-нибудь стиль вашему. 100% подчеркнет стилек, 100%... Я не знаю, украсит ваш образ. Натуральные камни, премиальная фурнитура, Hello It's Me. Ссылочка в описании будет под этим видосиком. Только ручная работа.